Здравствуйте, уважаемые коллеги. Начнем с того, что мы не авторы. Мы, с одной стороны, переводчики в лице Яковлевича и Олега Никифорова, а в моем лице нескромно инициатор, такой вот необычный, а может быть, наоборот, очень обычный серии книг, которые должны создать фундамент в такой области, которая называется организация, руководство и управление, и то, как можно об этом по-современному думать. Это не такая простая, как мы видим на опыте сегодняшних дней, задача, поскольку людей, погруженных в эту сферу, как преподаватели или как деятели, не очень хорошо понимают, с каким объектом они имеют дело. И вот это вот то, что уже организовано, будет то некое предприятие, да, или сеть, они постоянно ускользают из рук, а по-другому сказать, постоянно ускользают из нашего сознания и перерабатываются и превращаются в какие-то, так сказать, в какие-то образы, да, которые уже к сущностному, наверное, к сущностным характеристикам того, что организовано, уже не имеет отношения. И для того, чтобы как-то вот молодых людей, себя самих вывести из этого тупика, мы решили перевести и издать две книги, потихонечку к ним добавлять другие, не менее интересные книги, которые позволяли бы вот этот фундамент организационного мышления как-то, так сказать, формировать. Первая книга, о которой мы сегодня поговорим, с ее переводчиком Яковлевичем Свирским, доктором философских наук, сотрудником Института философии Российской академии наук, это книга Эдгара Морена о сложностности. Ну, я скажу тогда несколько слов, что это такая особенная книга. Эдгара Морена не так много переводили в нашей стране, и, пожалуй, из его основной серии о методе издана только одна книга. Князева, да, вела примерно лет 10 тому назад, да, книгу о методе природы. А вот 5 остальных книг, первый том, а остальные не переведены, находятся на некоторой периферии, поскольку Морен, несмотря на то, что это человек весьма серьезного возраста, ему уже под 100 лет. 97. Нет. Слава тебе, Господи. Не слышал. Майя? Да? Нет. Пока не запомнили. Да, если мы загуглим, то нет. Еще жив был. Вот. Эта книга создана одним из его поклонников, издана и собрана из его переведенных на английский язык французских статей. То есть в каком-то смысле это такой дайджест, да, по его методологии. Вторая книга «Теория организации» Джо Мэри Хэтч, это британо-американский исследователь, человек с академической судьбой, который наконец-то решился написать книгу по теории организации, сделав ее сугубо академическим изданием, а именно это не авторская какая-то концепция в этой сфере, и она описывает ключевые понятия, благодаря которым мы можем внедриться в тело организации, понять, как устроена ее часть, а может быть и целая, благодаря динамике изменения содержания этих основных понятий. Поэтому она взяла такую периодизацию, модернизм, символизм, постмодерн и показала, да, как изменяется содержание этих представлений, и показала, что вот этот самый объект под названием организация, он не дан нам никакому ощущению, а постоянно смещается.
куда-то смещается. И мы, вот важно, нам очень важно ухватить эту динамику смещения. И в этом смысле, и в ее книге есть ссылки на Пьера Морена, что, в общем, удивительно. Это значит, что она тоже на методологическом уровне своим размышлением. И мы видим, что вот это вот взаимодействие более высокого методологического уровня и уровня теоретического, но, да, как бы сказать, ну не то чтобы низкого, но другого, да, как бы из других уровней этажей рассматривает эту вещь, их связь между собой, она создает некую благотворность для такой интеллектуальной рефлексии того, что происходит, и позволяет, кроме этой интеллектуальной рефлексии, погрузить себя вот в эту динамику. Динамику неравновесия, как говорил Пригожин. Вот про это. Поэтому не знаю, в каких вы отношениях к этим темам, но если они вам важны, и как организационные теории, как теория организации, пожалуйста, включайтесь. И я думаю, что мы еще также немножко поговорим об проблемах перевода. Об этом скажут наши переводчики, поскольку и первая книга, и вторая, они очень сталкиваются с очень серьезными проблемами перевода в смысле формирования некого общего поля для понимания. Что здесь нужно делать, мы не знаем, поскольку ключевые понятия в этих книгах переводятся и в эти дни на русский язык по-разному. Добрый вечер. Вот. Ну, сейчас была как бы изложена Олегом Борисовичем довольно обширная палитра проблем, которые затрагиваются в этих книгах. Я, увы, вторую книгу только просмотрел, внимательно мне ее прочитать не удалось. Первую книгу мне тоже не удалось внимательно прочитать, потому что я ее переводил. Перевод и чтение – это разные жанры работы. Вот. Но, тем не менее, если говорить об Эдгаре Морене, то, по крайней мере, пару лет назад он считался ведущим философом Франции, который за его фигуры немножко даже потеснило такое серьезное течение, которое у нас называют ругательным словом постмодерн. Вот, имеется в виду Фуко, Делёз, Деррида, Бодрияр. Вот вся эта постструктуралистская публика, она вроде как оказалась в тени этого автора. Но тем не менее, почему-то в отечестве нашем этот персонаж действительно не занял того важного, на мой взгляд, места, какое он имеет право занимать. И прежде всего потому, что он, в отличие от тех, от кого он дистанцируется, от вот этих постструктуралистов, хотя и имел довольно серьезные с ними контакты, он пытается выстроить все-таки некую схему описания того, что ускользает от любого описания в принципе. Вот как только что было сказано в предыдущем выступлении, действительно, та объектность, с которой сталкиваются сегодня и организационные сюжеты, и люди просто по жизни, она интенсивным образом меняется. Подчеркиваю слово «интенсивно», а не «экстенсивно», хотя «экстенсивный» тоже есть. Вот. А мы, это уже стало общим местом как для всяких политических дискуссий, так и теоретических размышлений на эту тему, что мир непрерывно каждый день преподносит что-то необычное и новое. Но слово «новое» здесь обретает какой-то затертый смысл, что это новое как бы породилось из старого. Так вот, Морен, он придерживается, на мой взгляд, той же стратегии, что это новое, принципиально новое. Оно не является порождением предыдущих эпох. Эта стратегия, она подвергается определенного рода критике, определенного рода сомнениям. Но, тем не менее, она у него удерживается, что это то, что именуется таким труднопереводимым словом «эмерджентность». Я не очень понимаю, что это слово значит, поэтому оно и вводится как калька. Но это возникновение, грубо говоря, возникновение на пустом месте. Так вот, можно сказать, «эмерджент», вдруг возникло, ничего этого не предвещало. Но, собственно, из такого рода эмерджентных событий жизнь любого человека, она отчасти состоит. А с другой стороны, это свойство целого. Да, и здесь как раз идет, мне не хочется говорить о содержательной части, что хочется просто
ту интригу, которую я сам испытывал, когда приступал к этой книге, и когда вообще занимаюсь этой стратегией размышлений. Я даже не беру слово философствование, потому что сам Эдгар Морен, он позиционирует себя не только как философ, но как социолог, как антрополог, как искусствовед, киновед прежде всего. То есть человек, работающий в разных областях культуры, и в том числе, и может быть даже прежде всего, в естествознании. То есть он, и обладая вот таким полифоническим видением, которое он называет голографическим видением, он достигает определенного эффекта, как мне кажется, у читателя, когда, ну вот я не знаю, знакомо ли вам это ощущение, думаю, что, скорее всего, знакомо, когда читаешь книгу и на каком-то этапе понимаешь, что тебя немножко запутали. Но это не та запутанность, которая заставляет отбросить книгу и сказать, ну и бог с тобой, запутал, я пошел жить дальше. А в которой хочется разобраться. Хочется, вроде я все понимаю, это странное ощущение, когда я все понимаю, о чем мне пишут, и в конце концов прихожу к состоянию, что, в общем-то, мне нужно опять разобраться по новой в том, что мне только что рассказали. Морен называет такую стратегию рекурсией, что я должен, что любой сознательный, даже слово познавательный, ну, познавательный, естественно, но любой сознательный акт, он внутри себя рекурсивен, и от этого страдает. Это одна из тем творчества Морена, тема страдания, связанная с ранней потерей матери, прежде всего, и с наблюдением за тем, как подвергается насилию со стороны, допустим, определенных кругов населения его нация, он еврей. И поэтому испытал во время, ну, не все ужасы, но достаточно холокостные дела. Вот, то есть испытал их, не может быть, не столько телесно, сколько ментально. И вот эта тема непрерывного переосмысления собственного опыта здесь и теперь, как он осуществляется и как нужно организовать и собственный опыт, и окружающее вокруг себя пространство, она является одной из центральных и ключевых для Морена. Именно поэтому он столь близок к современным теориям организации, организационным теориям. И мне кажется, совершенно не случайно авторы, занимающиеся этими проблемами, пусть даже локально в каких-то своих прагматических интересах, обращаются к тем темам, которые поднимает в том числе и Морен. Не он один, безусловно. Вот. Но и вот это вот голографическое видение, когда я вижу целое, но каждая часть целого, она тоже представляет собой ту целостность, которую, ну, что я буду рассказывать тут в публике, что такое голограммы, да, хотя, когда я впервые столкнулся с ними, и даже сам сделал одну голограмму, вот, когда учился в техническом вузе, это поразительно, что расколол картинку, а на двух картинках та же самая картинка остается, и насколько бы частей не колол, они остаются. Но в меньших размерах. Сейчас модно слово еще фрактальность, фрактал, самоподобие. Так вот эти вот темы самоподобия, рекурсии, фрактальности, это не просто такие слова-монстры, которые порой могут отпугнуть. Вот опять мне что-то рассказали, абсолютно непонятное. Вот. А наоборот, они лично, скажем, меня, ну и, может быть, не только меня, они интригуют. То есть у них хочется разобраться, и в конце концов, когда разбираешься, начинаешь понимать, что... И это тот эффект, на который, наверное, и нацелены эти книжки, что, в общем-то, я в этом и живу. Ведь настоящий, не обязательно философский, а настоящий такой продвинутый, на мой взгляд, труд, он в конечном счете должен показать читателю, как он те неявные предпосылки его собственного существования. И вот в том числе существование, ориентированного на... в общем-то, жизненно важную цель, как соорганизовать себя, и чтобы это еще как-то поимело смысл, это соорганизация собственная. И тема, кстати, смысла, она, смысла порождения, она тоже пронизывает книжку Морена. И здесь я, по-моему, затянул немножко свое выступление. Вот. Я обращусь опять к тому, что было уже сказано. И про перевод немножко. Это я про перевод тоже скажу, да. Что в этой ситуации
обозначенные вот такими словами монстрами, указывается на то, что объект, с которым мы имеем дело, он действительно размывается. То есть мы, особенно такой объект, как, допустим, организация каких-то социального сообщества, ориентированного там либо на производство, либо на совместные действия какого-то рода, даже вот на то, чтобы организовать такую вот встречу, это же тоже требуются некие организационные усилия, которые, результат которых не предвидеть довольно сложно. Это, то есть здесь в организации присутствует элемент самоорганизации. Или в другой терминологии элемент становления без понятного результата. Это темы, восходящие в философском дискурсе к Платону. И на эти темы атака ведется с времен Древней Греции. Софисты, скажем так, лютые враги Платона, они как раз и показывали, что мы можем иметь дело с совершенно разными объектными реалиями и, не то что интерпретировать, а преподносить их, в частности, на судилищах, в какой угодно форме. Мы сейчас, мне кажется, и думаю, не мне одному, оказываемся в той ситуации, жизненной ситуации, социальной, и политической, и экзистенциальной, тоже такое странное слово, с трудом выучиваемое, вот, когда нужно учитывать вот эту вот многофасеточность, голографичность и рекурсивность нашего личностного отношения к миру. Морен про это достаточно в этой конкретной книжке, потому что книжка «Метод», переведенная на русский язык, она и больше по объему, и сложнее, по концептуально сложнее. Эту книгу можно рассматривать как некий путеводитель по творчеству Морена. То есть, если хочется мало-мальски заинтересоваться автором, мало ли, там сказали фамилию, я еще отношусь к определенным, с определенным уважением к тому, кто эту фамилию мне произнес, то, конечно, начинаешь узнавать, там, кто это такой, чем жил, что, хоть там пару слов, что он сказал. Вот это самое такое продуктивное вхождение в творчество того или иного персонажа, который преподносит себя в виде произведений текстовых. Но с этим же и связана определенная трудность как письма, так и перевода такого рода книг. Потому что в переводе, в свое время, когда я учился переводу, у некой Блауберг, такая крупная переводчица была, вот, и у Райт Ковалевой, тоже такая крупная переводчица. Они, правда, специализировались по художественным текстам, и они внушают, что нужно решить переводчику две вещи. Во-первых, знать русский язык хорошо. Иностранный, бог с ним, знаешь, и бог с тобой. Русский знать надо. И с помощью этого русского языка проникнуть в ту атмосферу, которую создает автор на другом языке. Это та сверхзадача, которую как бы алгоритмизировать крайне сложно, хотя и можно. То есть есть хорошие книги о технике перевода. И поэтому здесь было абсолютно верно сказано, что одним из моментов для того, чтобы проникнуть в как бы ту атмосферу, которую создает автор вокруг своих текстов и вокруг себя, нужен довольно четкое понимание того терминологического аппарата, который может кочевать из книги в книгу. То есть, если кто-то прочитал книжку какой-то, допустим, Морена или вот автора, с которым Хейдж, да, то их речевой, я даже не говорю концептуальный, речевой аппарат должен каким-то образом резонировать друг с другом. И для этого переводчики, они либо должны друг с другом определенным образом, ну, не дружить, но товариществовать хотя бы. Вот я, допустим, с переводчицей первого тома книги Морена, мы товарищи просто хорошие, работали вместе, 35 лет знакомы, вот, это здорово помогает, вот. Но чаще бывают, конечно, более грустные ситуации, когда переводчики, мне приходилось с этим лично сталкиваться, когда они не принимают язык другого переводчика. Здесь вот, допустим, введен термин «сложностность». К нему достаточно двоякое отношение. Его можно воспринимать и как неологизм,
А с другой стороны, я недавно беседовал с филологами-лингвистами, которые позитивно вдруг отнеслись к этому тоже монструозному такому термину, что и стали обсуждать роль суффикса в изменении смыслового порядка слова. Ну, я тоже сказал, давайте и приставку обсудим, там, и окончание тоже, может, что-нибудь меняется, ну, как-то они на это дело. А вот суффикс почему-то для них оказался тем, что и Морен, и многие другие авторы почему-то навязывают такой функции языка, как глагол. Это то, что заставляет слово стать динамичным. И таких слов достаточно большое количество. И мало того, их надо еще и создавать, чтобы передать ту динамику, организационную динамику, которая ускользает от традиционного терминологического аппарата. Это, безусловно, та трудность, с которой которую можно оценить, справился ты или не справился, только на дистанции с самим переводом. То есть прочитал через 5 лет то, что сделал, и вроде ничего. И второй момент, это как, конечно, реагирует читатель внешне. Если там, скажем, видишь, что книга каким-то образом вдруг начинает воспроизводиться, либо в виде цитат, либо в виде разговоров, либо в виде обсуждений, значит, что-то получилось. Если ты видишь, что, да, хорошая книжка, но я ее читать не буду, это значит, здесь, конечно, не вина автора, а вина переводчика, безусловно. Это его и вина, и как бы его карма, скажем так. Вот, ну, наверное, я на этом пока остановлюсь. Если возникнут какие-то там вопросы, пожелания, поговорить более содержательно. Я сознательно не касался содержания книги, потому что она достаточно многогранна. И если посмотреть оглавление, то вы увидите, что там касается он массы проблем, которые внешним образом кажутся друг с другом не очень связаны. От психологии, социологии, лингвистики, естествознания. Очень много посвящено квантовой механике, что на достаточно доступном уровне для образованного человека. В этой книжке, я подчеркиваю. В другой его книжке там, конечно, посложнее. Спасибо. Мне было приятно, что... Ну, я, по-моему, тоже без этой говорил. Но у меня вроде голос такой достаточно. Мне очень приятно, что удалось Яковлевичу уговорить делать перевод этой книги, поскольку он инженер по своему базовому образованию, а его коллеги, которые увлекаются Мореном, они физики. И поэтому это буквально означало, что всей своей жизнью, всей своей практикой они демонстрируют принцип соединения и преодоления изолированности. Это очень и очень важно, поскольку в самой глубине, в принципах мореновского мышления является как раз преодоление этой сложившейся как бы традиции, да, такой вот сложившейся по парадигматике нашей с вами, не побоюсь я так сказать, да, направленной на постоянное постижение через разделение и организацию чего-то не было через различия, да. А потом, когда мы что-то создаем, например, организационную структуру, то мы обязательно строим их таким образом, чтобы не было лишних осложнений. Что каждая единица, каждая часть максимально стремится к изолированности. И это довольно серьезная проблема. Начинается она с того, как устроено наше мышление там, или сознание, потом вот мы видим это в том, как это реализуется в наших объектах. Ну и два слова немного про сложностность и про суффикс. Мне кажется, что это просто замечательно. Если вы наблюдали маленьких детей, которые испытывают некоторые проблемы и вынуждены обращаться к речи, обращаться к логопедам, то видите, какое счастье они обретают, какую радость, точнее говоря, они обретают, когда они начинают выговаривать сложное слово для них. Вот со сложностью в этом смысле, и здесь примерно то же самое, если мы научимся выговаривать ее, прилагая некоторые усилия, возможно, в нашем сознании это будет фиксироваться совсем иначе, чем фиксируются переводы комплексити как сложность, просто, да, или, не дай бог, комплексность. Да. Да. Ну а теперь, Олег, к вам.
Вообще вот в этой книге Морен в методе, он говорит об организационной теории, а здесь вот удивительно есть небольшая часть, посвященная тому, как он представляет предприятие. Я бы мог сказать, что возможно, ну предположить, если бы Морен писал вот такую книгу, что, конечно, невозможно, но вдруг, то, возможно, она называлась бы «Теория предприятия». Но как предприятие в том смысле, в котором это есть реализация человеческой субъективности, человеческого «я». И это бы ставило бы его более серьезно, ну, так вот, в широкий контекст осознанности, понимания того, что он делает, с каким объектом он имеет дело и как с ним взаимодействовать. Олег, пожалуйста. Спасибо. В принципе, я занимаюсь издательством, для меня это практика философии, издательство «Логос». В данном случае я выступаю прежде всего переводчиком, главным образом. И перевод этой книги был для меня чрезвычайно интересным, ангажирующим вызовом, поскольку то, что делает Мэри Джо Хэтч, она использует тот язык, которым говорят философы, да, в том числе современные философы, применяет эту терминологию, в которой чрезвычайно сложно разобраться, оперируя их только, ей только на спекулятивном уровне. Она применяет их к конкретным ситуациям. Она сама после обучения на ряде разных факультетов, разных дисциплин, сделала свою докторскую работу по организационному поведению с акцентом на теории организации. Действительно, перевод чрезвычайно важен и сложен, да? В этом отношении не могу удержаться и не привести анекдот из интернета. Анекдот – житейская история, связанная со словом «рекурсия», произнесенная вами. Анекдот. Житейская история описана русским или еврейским человеком, живущим в Соединенных Штатах, в каком-то городе, в пригороде. История. Приезжает новая семья, соседний дом, иранская семья, и в качестве первого подарка посылает блюдо с пахлавой. Жена рассказчика делает шарлотку, отсылает соседям блюдо с шарлоткой. На следующий день к ним они получили блюдо с шашлыком из баранины и просьбу не впадать в рекурсию. Вот на самом деле, окей, рекурсия, да, вот это рекурсия. В чем важная проблема, поскольку для переводчика, поскольку это книга, которая имеет такое, ну, суровое название, «Теория организации», модерная, символистская, постмодерная перспектива, да? Да? Что это значит? Да, это вот книга для философов, очевидно. Но на самом деле те курсы, которые Мэри Джо читает, это курсы, адресованные практикам, прежде всего менеджерам, студентам или уже взрослым людям, которые идут работать в бизнес. И то, что она делает на протяжении 9 глав, если считать в страницах А4, каждая страница 1800 знаков, то это 800 страниц. Каждая из этих глав, всего 9 глав, на самом деле готовит презентацию конкретного случая, с которым Мэри Джо работала вместе со своей коллегой в компании, в пивной в компании Карлсберг. Да? Пивная компания Карлсберг, которая в том числе является владельцем пивной компании Балтика, переживала кризис идентичности, организационной идентичности, когда делала шаг из маленькой семейной пивоварни с хорошими традициями высокого пивоварения в глобальную компанию, работающую с товарами массового спроса. Казалось бы, ну,
все решается. На самом деле все чрезвычайно сложно для того, чтобы описать те процессы, которые происходят не только в Дании и в России, но и в Малайзии, поскольку Карлсберг – это четвертая в мире по величине пивная компания, потребовалось там, реально задействовать как наследие модерной, так и символистской, так и постмодерной техники анализа. Это удивительно. Для меня, как для человека, который защищался по Хайдеггеру и использовавшему некоторые досаду, то, что после войны, после 1945 года, Хайдеггер уходит в поэзию, и получившему там новое предложение от Жака Лакана, который работает с конкретной ситуацией. Он наследует Хайдеггера, но работает с конкретной ситуацией, с конкретными проблемами людей, которые приходят с улицы, пусть даже это психоаналитик, который лечит, третирует людей с улицы, но это работа с улицы. Мэри Джо Хэтч, это ее учебник, да, именно применяет знания по социологии, по научной организации труда, как ни чудовищно звучит для нашего слуха этот советский, казалось бы, термин, но если мы подумаем, научная организация труда, если мы примем каждую из этих трех составляющих всерьез, мы начнем сожалеть, что мы утратили эту, казалось бы, сугубо формальную традицию, которая осталась в советском прошлом. Проблема перевода начинается с самого названия. Это Organization Theory. Мой первоначальный выбор был переводить организационная теория, потому что это интереснее. Да, интереснее. И у нас было несколько бесед с Олегом, в которых он акцентировал, что возможно правильно теория организации, и потом я действительно подумал, да, организационная теория – это движение в сторону метафизики, а теория организации при всей расплывчатости этого сочетания, она сохраняет привязанность к конкретной ситуации, которая должна быть уточнена, которая должна быть добавлена. Действительно, организация везде. Подход организационного теоретика, я сохранил такое вот сочетание организационной теоретики, не теоретик организации, из простоты. Взгляд организационного теоретика на самом деле проводит нечто подобное феноменологической редукции, да, избавляясь от всего ненужного, от всего незначимого, прагматически незначимого. Все в мире есть организация, и действительно, все в мире есть организация, человеческое тело есть организация, которую мы не контролируем, но большую часть феноменов и явлений в нашем внешнем мире, социальном мире, который для нас привычен, мы тоже не контролируем. Это 9 глав очень насыщенных, которые придают новое звучание, прагматическую ориентированность многим словам и реалиям, которые нам, гуманитариям или не гуманитариям, кажутся свойственными, да, там, полученными по наследству. Нет, ничего дарованного свыше нет, за упавшего с неба нет, за каждым социальным явлением стоит работа организации, работа организовывания. Это отдельный термин. Organization – это одно, организация. Organizing – организовывание. То, как я перевожу в этом еще предварительном переводе, который еще должен пройти этап разносторонней редактуры, есть организация organization, organizing, организовывание. Хотя это немножко режет слух, но без этого обойтись невозможно. Привлекает внимание последняя часть этой книги, глоссарий. Глоссарий, где объясняется, исходя из предложенных анализов ранее книги, основные концепты. Концепт – это тоже очень сложный для перевода.
слово, концепт, что это понятие или концепт, да? При том, что есть там notion, какие-то другие вещи, которые мы привыкли переводить как понятие. Да, у нас чаще употребляют слово категория. Сейчас уже слово концепт входит, по крайней мере, в определенные дискурсы и разводится жестко notion и концепт. Да, да, вот тут тоже еще момент. Гермарен – это французская все-таки, да. Континентальная традиция. Мэри Джо Хэтч – это англосаксонская традиция. У них несколько иной подход или совсем другой подход к тем же самым вещам. По поводу сложности. Вот глоссарий приводит 29 слов, тем, сюжетов, связанных со словом organization, начиная от организации, дальше идет организационная схема, эстетика, граница, познавание, контроль, культура, дизайн, экология, эффективность, внешняя среда, поле, форма, идентичность организационной формы и так далее, кончая, собственно, организовывание. А до того, как начать переводить эту книгу, ну окей, организация. Я мог бы сказать вам 2-3 предложения о том, что организация важна. Эта книга предлагает очень глубокий, очень пристальный взгляд в то, что, собственно, есть практика и теория организации. И этот взгляд подкреплен конкретными исследованиями, конкретными примерами, с которыми Мэри Джо так или иначе приходилось работать. В частности, вот переводя, завершая свой короткий спич, затянувшийся короткий спич, по поводу работы переводчика. 9 глава, но основная часть – это анализ вот этой трансформации идентичности пивной компании «Казмер». А я не знаю этого. Переводчик, в принципе, не обязан знать, но если ты серьезно относишься к своему труду, то ты пытаешься понять, что значит то или иное слово. Для того, чтобы приблизиться к пониманию тех реалий, с которыми сталкивалась Мэри Джо, работая в Казбурге, потому что действительно, следуя там высокой культуре пивоварения, если ты занимаешься пивом, то ты должен быть проникнут запахом пива. Но чтобы чуть-чуть приблизиться, я просто специально поехал на экскурсию в первый пивоваренный завод в Одессе, чтобы увидеть, что скрывается за этими простыми словами, которые имеют словарное значение. Ну, на этом я закончу, потому что продолжать можно долго. Спасибо, Олег, большое. Ну, я тоже хочу уже как-то подвести итог нашей презентации и сказать, что, пожалуй, самое какое-то сильное такое ощущение, инсайт такой вот книги Мэри Джо Хэтч. Я выбирал для перевода многие книги, написанные вот про это, про теорию организации и по моему консенсусу с моими коллегами. Именно это явно выдающаяся книга, она выбивается из общего ряда, в ней есть очень много всего такого необычного, и она именно запускает, не рассказывает это как, а запускает размышления на эту тему, поэтому это очень интересно. А вот с другой стороны, инсайт вот он про то, что, господи, как же все тут непросто. Вот когда я начинаю о себе думать как о человеке какой-либо организации, я понимаю, что я там запутан. То есть обо мне, о моей работе, о моем месте, о моем подразделении или какой-то любой другой функции или части этой организации люди думают каким-то невероятно странным образом. У них нет никакого консенсуса. Я это точно знаю. Если в любой организации какое-то руководство посадить за стол и дать им любую часть этой книги и попросить их вступить в дискуссию, мы обнаружим довольно быстро, что они думают по-разному. После этого ты понимаешь, что никогда невозможно согласовать это, думают. Они и дальше будут думать по-разному. И как же тогда, вот в этой неопределенности, тем не менее, построить организацию достаточно
устойчивую, динамически устойчивую, да, и это каждый раз такая вот невероятная задача. И тот факт, что наша жизнь становится нестабильной, как многие, так сказать, визионеры тут рассказывают уже лет 50, что такая вся нестабильная, она нестабильная прежде всего потому, что те организационные формы, которые мы для себя создаем, сами по себе нестабильны. Может быть, предполагаю, я в этом не уверен, но я предполагаю, что именно потому, что мы их очень слабо осознаем. Вообще не осознаем некого нерва вот этой вот нашего организационного существования. И как дурная организация, которую делают люди, совпадает с нашей великолепной и предельно шикарной, как сказать, превосходной организацией, в которой живет человек, как в теле. Самодостаточной. Самодостаточной, да. Это, я думаю, все так резонирует сильно, что мы испытываем страдания от этого. И говорим, Господи, какое же это несчастье, почему то, что нам предлагают люди, так хуже, чем то, чем мы обладаем от нашей человеческой природы. Большое вам спасибо. Читайте, надеюсь, что это как-то попадет и в студенческую, и в преподавательскую среду, и тут мы внесем хоть какой-то небольшой вклад, что вот в этой сфере появится более-менее устойчивый фундамент. Спасибо.